Короче, все, что я хочу, это устроиться в Москве дворником, потому что это очень привычная для меня профессия. Завтра я пойду и устроюсь дворником. Если документы позволяют. Да, я не умный, да, я не храбрый, да, я не альфач. Я понимаю это. Просто вы, наверное, не понимаете, что некоторые люди, которые кажутся вам альфачами, умными, они притворяются ими. Возможно, что притворяются. Из комплекса неполноценности. Лорд Шонан, я прошу тебя о помиловании. Прошу тебя о снисходительности. Просто... Вот я приехал в Москву, я просто хочу устроиться дворником. Завтра я устроюсь дворником. Здесь постоянно идут дожди. Я не являюсь бойцом, я не окончил армию. Я не служил, как ты, с дагестанцами. Я не такой крутой, как ты. Я признаю твою крутость. Я не такой крутой, как ты. Я обычный рядовой эмо. Я услышал твою мысль о том, что я самовнушением занимаюсь. Я услышал. Я постараюсь с этим поработать. Давай вместе обсудим на стриме. Я понимаю, что ты бы не позволил себя избить. Но я с тех пор, как начал заниматься искусством, я вообще не боец. Я боец в плане искусства. Я рисую картины до крови в пальцах. Но грубая драка, это не мое. Я очень рад, что есть такие люди, как ты, которые умеют постоять за себя. Ты не поверишь, в детстве я занимался кикбоксингом весьма неплохо и умел постоять за себя. Но потом я решил стать художником и стал слушать эмо-кор. Слушай, неужели самое главное в жизни это уметь кулаками драться? Неужели это самое главное определяющее человека качество? Неужели ты будешь судить обо мне по тому, сумел я подраться или нет? Неужели ты не выше этого? Вообще-то у меня депрессия, тревожность. Я психически больной человек, я инвалид. Я вообще должен лечиться в психушке. И, кстати, я скоро лягу в московскую психушку. Я не уличный боец. Уж поверь. Я понимаю, что ты крутой. Я понимаю, что ты крутой. Ты крутой, да. Ты умеешь драться, ты умеешь постоять за себя, ты крутой. Я не умею. Я слабак, да. Я тихоня, да. Да, у меня есть серьезные проблемы с депрессией, с тревогой, с обсессиями. Я видел все сообщения, которые ты оставлял мне на YouTube. Я принимаю их.
Я понимаю тебя. Можешь писать дальше. Можешь унижать меня дальше. Это не имеет никакого значения, потому что у меня есть более серьезные проблемы. Есть очень серьезные проблемы. Есть в жизни очень серьезные проблемы. Есть человек, который умер. Ни за что. Я бы хотел рассказать об этом, но я не могу. Жизнь очень ужасная вещь. Здесь очень нецивилизованный мир. Нецивилизованный мир. Я являюсь лишь песчинкой в этом мире. Я просто добросовестно работаю, я не наебываю других людей. Я работаю дворником.